пацаны, которые тут как мои дети. Одного привезли, похоронили, пацан постарше, 40 лет. Второго привезли, сын сиротой остался, мать похоронили еще несколько лет назад. А как они имели право забрать отца, если он один у него? Даже два брата, два брата, если в семье, они не имеют права обоих забирать. Забирают обоих. Да ну как, ну вот рассказывают, забрали, четвертая стадия онкологии, четвертая. У человека челюсти нет, ее просто уже выкинули. Забрали. Инсулинозависимый, забрали. Поехали тогда на рубежное, как раз вот канитель была, повезли на рубежное. Ему под Новоайдаром плохо стало, инсулина нету. Тупо высадили на дорогу, иди домой пешком. А дошел он, не дошел или где-то упал на обочине, там и лежит до сих пор. Кто его знает? Это не наши, не их не проблема. Ну как, россияне даже мобилизованных называют, одноразовые. Ну так, да я таких сколько знаю, с инвалидностью забирают. Забрали одного хромой, я говорю, ну куда его, в коптерке будет сидеть. Я говорю, ну говорю, ладно, сколько инвалидов, говорю, коптерок, говорю, на всех, хватит. У меня, говорю, товарищу тоже, у него третья группа. Так рядом с ним пройдешь, он тебя, если ты с ним не поздороваешься, он тебя не увидит. Слепой, зрение, да, по зрению третья группа. Я говорю, куда, говорю, его тоже, говорю, заберут, говорю, снайперы. К нему, то пока рядом не подойдешь, Серега, привет. Ну, о, ну, ты только на голос ориентируешься. Так вот, в глаза ему смотришь, вот видишь, что он тебя не видит, он только пятно твое видит. Ох, ты красавец. Я знаю, насколько правда, вот это многие рассказывают, даже вот того там, сын в военкомате работает. А что вы говорите? Там, работа, там, приезжает. Сын говорит, а ну, что вы говорите? Копайте, что вы говорите? А мы даже, говорит, не знаем, кто это. Это не наша военкомата. Говорят россияне или другие говорят, что это эти вояки с воинских частей сами образили, типа, что типа, мы не воюем, а эти сидят дома. Военкомат отказывается, это не. Да, ну, а на востоке, вот как у Майи было. Подъезжает МЧС, подъезжает скорая, подъезжают менты. Всем покинуть здание, здание заминировано, девятиэтажка. Какие уж награды, что ли? Да от скука, да, а на рынках он на юбилейном. Все повыскакивали. Из дому повыходили, да. Мужчинам от 18.